Да как так, Кэп, меня в этой игре чпокают просто без шансов. Да не ссы, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Честно говоря, братан, за снайперки не считаю твое мнение авторитетным. Это очень важное замечание, капитан Очевидность. Особенно учитывая то, что твое мнение вообще никто не считает авторитетным. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидности, новая снайперская винтовка Астарта. Вокруг данного девайса образовался некоторый ажиотаж. Однако надо заметить, что прямо какого-то бешеного спроса, мне кажется, на нее нет. И тут все очевидно. Просто есть собаки. Собаки прекрасны. Классная, обалденная снайперская винтовка. Скажу за себя, мне она нравится больше. Да, наверное, старта немного получше. Да, на нее пересядут, наверное, большинство наших кибершпротов, снайперов. И тем не менее, мое мнение такое. Друзья, если вы ждете чего-то прям качественно нового, другого уровня, не ждите. Это винтовка, которая, скорее всего, просто немного получше. Но, в принципе, можете дальше бегать с собаки, и ничего кардинально не изменится. Картина примерно та же, какая была у штурмовика с введением ХК-433. То есть есть SA Helion и, друзья, бегайте дальше с ним. В общем-то, вам этот ХК, как бы, что он есть, что его нет, ну, чуть получше. Ну, как говорится, те же яйца, но в профиль. Таково мое мнение. Это очень важная информация, но, знаешь, мы здесь не за этим. Ты сука, дичь, блин, бесит он меня. Вот что-то сегодня вообще, ты прям с самого начала начинаешь с травмоопасных тем, я тебе отвечаю. Итак, друзья, конечно же, сборки здесь будут в первую очередь не мои. Две сборки, точнее, будут не мои и одна моя. Для того, чтобы дать вам действительно какую-то полезную информацию, чтобы не получилось так, что я вам что-то посоветую, а потом вы сказали: Рокутагин, что ты мне за фигню сказал? Я воспользовался, конечно же, советом профессионала. И профессионалом этим стал легендарный снайпер нашей игры, капитан Паника. Я ебал и плакал. Леонид считает, что имеются две наиболее адекватные сборки данного девайса. Первая сборка выглядит вот так. Получаем великолепный темп стрельбы, бег почти как с топориком, и при этом, в общем-то, у винтовки не самый плохой родной зум. Все есть, все годнотело, все в комплекте. Именно с такой сборкой я записывал часть данной нарезки и потом использовал свою. Вы знаете, она мне очень понравилась. Действительно, бегаешь быстро, наклоняешь, нагибаешь. Все душевно, все качественно, глубоко и надежно. Но, как вы понимаете, это вариант не единственный. Леонид предложил вариант номер два. Как бы тут вкусовщина, кому что нравится. И этот второй вариант выглядит вот так. Сборка такая, знаете, более сбалансированная. Темп здесь по-прежнему очень хороший. Но здесь у нас добавляется скорость зума. Таким образом, совершать какие-то быстрые, так называемые фаст-зумы, шансов больше. Действительно, прямо резвее входит в прицел. Очень хорошо себя показывает, скажу я вам. Поскольку винтовка новая, я думаю, что сам Леонид еще определяется между двумя этими сборками, но он сказал, вот одна из этих двух, не ошибешься. Кому что больше нравится? Кому-то больше зум нужен, да, он очень активно играет, и ему, в общем-то, не так надо бегать. И, кстати, если вы выберете второй вариант, Леонид посоветовал полюбасу брать с собой топорик для быстрого бега. Ну а в первом варианте, да, в общем-то, почти то же самое будет, но у вас темп стрельбы будет повыше. И, как вы видите, и в первом, и во втором варианте обе сборки имеют в качестве третьего мода стабилизацию. Леонид считает, что это очень важно. Однако, до того, как обратиться к Леониду, я сам придумал сборку, поиграл с ней, и, в общем-то, она похожа на то, что предлагает нам капитан Паника.
И моя сборка выглядит вот так. Как вы видите, она вобрала в себя все плюшки от первых двух сборок, но правда здесь нет стабилизации. Уж не знаю почему, но мне показалось, что даже вот в такой сборке особо прицел как-то не гуляет. Я не знаю почему, может потому что я не снайпер. Но я спокойно бегал, и большая часть все-таки данной нарезки снята именно с этой, третьей моей сборкой. Я бегал, я открывал прицел, я не могу сказать, что он как-то бешено гулял. Мне было вполне удобно наводиться, доводиться, делать какие-то фликшоты. Все было вполне нормально. Потому считаю, что данный вариант тоже имеет право на жизнь. И по сути, если так хорошенько подумать, если он будет вам удобен, вы к нему приспособитесь. Этот вариант, который собирает все сливки, все бонусы, которые только можно. Объясняю простым языком. Третья сборка – мусор. Не тратьте детали. Братан, какая же ты, сука, чепуха сегодня. Я вот просто не знаю, что с ней делать. Он такой чертило стал. Реально, блин, ты стареешь, у тебя характер портится. Хотя ладно, чего преувеличивать, он всегда мудаком был, сука. Ха-ха, да. Итак, друзья, тихо, спокойно, спокойно, сука. И там давай не это, братан. По-дружески. В общем, такие дела, друзья. Вот такие сборки. Две сборки от профессионала и третья сборка от непрофессионала, но вдруг она вам зайдет. Надеюсь, что эти сборки стоят того, чтобы потратить на них свои детали. Ну и от себя скажу, да, все три сборки реально классные, все три сборки реально офигенные. Желаю вам приятной игры.